Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале «Здоровье и красота от морковки». Сегодня с вами хотел поделиться таким замечательным рецептом, как сделать так, чтобы ногти наши были крепкими и белыми. Для этого есть очень простой способ это сделать. Нам понадобится тертый картофель, зубная паста, перекись водорода и сода. И все это по пол чайной ложки. Все это тщательно перемешиваем и наносим на ногти на 10-15 минут. Все, после этого дело все смываем. Если увидите, что нет никаких побочных реакций, да, может быть у кого-то повышенная чувствительность кожи, нет никаких аллергических реакций, в общем, смотрите, что все в порядке, то тогда эту процедуру вы можете делать регулярно, ну, скажем, один раз в день. Или 3 раза в неделю. В общем, сами смотрите, как вам будет удобно. Главное, следите, чтобы у вас не было проблем с ногтями и с кожей. Хотя, вообще, такой состав он считается безопасным. Тем не менее, не всякое лекарство может принести пользу человека. Поэтому будьте в этом аккуратны. А так, спасибо за ваше внимание. И до новых видео. Пока.